Следующий прием помогает от боли и также растягивает заднюю поверхность. Встаем прямо, смотрим перед собой. Руки ставим на подбородочек, и как будто бы мы задвигаем ящик, уводим свою голову назад. Вот так. Создаем вот эту поверхность ровную, как будто мы на стенку облокачиваемся. И теперь нам нужно будет сдвинуть нашу челюсть сначала вправо. То есть прижали, сдвинули, наклонили голову, сдвинули челюсть вправо. И дальше начинаем вот такие кивательные движения 10 раз. Челюсть остается в ту сторону, в которую мы ее сдвинули. Супер! Вернулись в исходное положение. Взгляд перед собой, задвинули голову, как ящичек, спрямили заднюю поверхность, прижали подбородок, теперь влево отвели в сторону челюсть и кивательные движения 10 раз. Челюсть остается влево.